Здравствуйте, уважаемые зрители канала Waycar. С вами Алексей, и у нас сегодня с вами прекраснейший автомобиль Mercedes Vito 447 кузов, в который мы провели целый фронт работ. Машина рабочая, и люди, соответственно, на ней катаются много людей, поэтому тут нужно было поставить нормальную магнитолу с навигатором, парктроники, камеру, ну, в общем, чтобы не ухайдакали автомобиль. И у нас здесь до этого стояла вот такая вот магнитола. Ну, казалось бы, вроде бы даже с экранчиком, но, собственно, на самом деле ничего она не умеет. Мы ее отсюда изъяли. И, пожалуйста. Здесь у нас установлена в универсальной мерседесовской рамочке вот такая вот магнитола. Это 9 дюймов. Магнитола 9V2. То есть это 2 гигабайта оперативной, 32 гигабайта встроенной памяти. Ну, она вроде бы и не самая шустрая, но при этом, собственно, вполне себе адекватно отрабатывает все, что необходимо. То есть навигаторы, камеры, все прекрасно, без каких-либо проблем. Здесь процессор у нас на этой магнитоле 9853. И, соответственно, он чуть слабее, чем все наши там следующие поколения, да, то есть, но при этом, конечно, она по цене сильно выигрывает. Да, магнитолка, собственно, не на самом топовом процессоре, но совершенно спокойно отрабатывает все, что ей необходимо. То есть навигатор, пожалуйста, он прекрасно себя чувствует, прекрасно вылавливает нас и без вопросов работает. Интернет мы на нее сейчас раздаем по Wi-Fi. Здесь будет установлен модем, и Wi-Fi будет раздаваться по всему автомобилю. Идеальное решение. Пришел, включил зажигание, завел, сел, поехал. Все, никаких проблем. Корпоративная сим-карта у ребят. И вообще, они прекрасно себя будет чувствовать. Соответственно, понятное дело, что здесь установлено наше радио. Без него никуда. Музыка. Понятно, что тоже без нее никуда. Музыка идет с флешечек. Весь предустановленный комплект приложений, который только необходим для того, чтобы использовать машину, в том числе CarPlay, без вопросов подключаются Android, iPhone, без каких-либо проблем. Play Market здесь есть, можно любое другое приложение поставить, естественно, на ютубчик и, в общем, все, что, собственно, необходимо для того, чтобы жить в автомобиле. И приятно им пользоваться, это очень важный момент. По камере заднего хода. При включении у нас появляется камера. Мы поставили сюда хорошую HD камеру 1080p разрешение. У них даже есть поворотные линии. Это рисует магнитола. Здесь присутствует канадаптер обязательно в Мерседесе. И партроники мы установили здесь. Они не отображаются на магнитол. Это другие партроники от компании Align. Нет никаких датчиков. Здесь именно голосовое, то есть вот он прямо вот рассказывает, как вот мы едем. Причем партроники как спереди, так и сзади. То есть это 8-датчиковые партроники. То есть такие работы мы тоже можем выполнять. Хотя это доп. Оборудование, не относящееся к андроидной магнитоле. Конечно же, у нас есть весь функционал автомобиля, он сохранен. Кнопки на руле обязательно работают. Они также управляются по цифровой шине и приятно себя чувствуют, никаких проблем. То есть ответ на звонок, мьют. Поднять, положить телефон, громкость, все необходимое. Отображение климат-контроля присутствует тоже. По необходимости его можно отключить, но, может быть, кому-то это даже нужно. Открытие дверей обязательно. Mercedes довольно хорошо сюда интегрировалась, вот эта магнитола, да, то есть она приятно сюда интегрировалась. Все данные автомобиля считывает и, пожалуй, прекрасно себя чувствует. Рамочка, обратите внимание, встала в западлицо, в штатное место. Вот это вся осталась штатная полностью, наша вот только вот этого вот красивого блестящего цвета. Вот такая вот, ребята, у нас сегодня установочка, достаточно быстро и очень аккуратно получилось. И главное, функционально, то есть для людей, которые пользуются данным автомобилем, это было необходимо, то есть получить навигатор, камеру, партроники, потому что машины пользуются несколько людей. И они все по-разному себя чувствуют машину, чтобы никто нигде ничего не царапал. Потому что ремонт нынче мерседесов очень дорогой. Поэтому обращайтесь к нам в компанию. У нас наличие более 2360 магнитол на данный момент. Я точно посчитал количество. Все в наличии. Есть очень большое количество камер заднего вида, в том числе в плафоны. Также парктроники, которые выводятся на Android, тоже такого плана у нас есть. То есть ассортимент у нас растет, мы сейчас будем все увеличивать и, соответственно, выкладывать все это дело у нас в интернете, в YouTube, на сайте. Добро пожаловать к нам в компанию и всем спасибо и до новых встреч!